Рада приветствовать вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как удалить Family Link с телефона Oppo Reno 10X Zoom. Итак, если ваши родители достаточно строгие или просто, возможно, тираны и установили вам Family Link, убрали YouTube, убрали Facebook, убрали даже Google карты, чтобы вы нигде не шлялись по ночам, тогда это видео для вас. И как мы можем заметить, то родительский контроль... Ой, у меня их даже два. Вот это мои родители, конечно, очень строгие. Родительский контроль так просто не удалить. Не этот. А, этот удалился. Прекрасно. Ну, значит, мои родители не настолько строгие. Итак, для того, чтобы нам удалить Family Link с телефона, достаточно удалить наш Google аккаунт, но вы не переживайте, его потом можно будет легко восстановить. Итак, заходим в настройки, проходим вниз, нажимаем Google, управление аккаунтом. Ждем, начать. Итак, заходим во вкладку «Данные и конфиденциальность». Здесь мы листаем вниз для того, чтобы найти вкладку «Удаление аккаунта Google». Нажимаем. И нам нужно ввести наш пароль от нашего аккаунта. Вводим. Вот, и здесь у нас какая-то инструкция или какое-то предупреждение. Я ее читать, конечно же, не буду, поэтому нажимаю галочку здесь. Нажимаю галочку здесь. И удаляю аккаунт. Аккаунт удален. Теперь смотрим. У нас появились Google карты, у нас появился Facebook, у нас появился YouTube. И теперь мы можем с легкостью удалить приложение Family Link. Нажимаем удалить. Все. Вот так. И теперь, чтобы восстановить аккаунт Google, то для начала перезагрузим телефон. Перезагружаем. Сейчас он через минуту включится и покажу, как восстановить аккаунт, чтобы не потерять свои данные и спокойно пользоваться телефоном без родительского контроля. Как будто на тот свет нас провожает с вами такая заставка. Забавно. Вводим пароль. Итак, заходим, например, в Play Market, нажимаем «Войти», вводим почту, ну, вашу почту, которую вы удалили, вот, можем увидеть, что написано «Аккаунт был недавно удален», его можно восстановить, для этого мы нажимаем «Далее» и вводим пароль от нашего аккаунта. Дает какую-то ошибку, но, возможно, я просто неправильно ввела пароль, поэтому попробуем еще раз. Не то пишу, что это. А, все, поняла. Далее. И вводим пароль еще раз. Все, в этот раз все удалось, потому что я была внимательнее. Принимаю. И готовы вы в своем аккаунте, и родительского контроля над вашим телефоном больше нет. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.